Здравствуйте, доброе утро, уважаемые товарищи. Все те, кто понимает русский язык, кто говорит на русском языке, прошу это видео поделиться во всех своих каналах, так как диктатура Азербайджана, азербайджанского президента пидораса, который в данный момент строит свою политику руками силы, которая в сегодняшний день вооружает спортсменов своих, которых получает помесячные деньги, месяц получает по 2, по 3 тысячи долларов. Это люди, которые должны принести, каждый должен по 5 спортсменов принести и зарегистрировать, чтобы в дальнейшем во время митингов, если в Азербайджане будет митинг, тогда будет противостояние спортсменов, которых в данный момент вооружают в Азербайджане.